Дорогие друзья и зрители нашего канала, я рад вас приветствовать в городе Сочи. Сегодня приехали клиенты. Дмитрий Александрович, мы хотим посмотреть все, что есть с ремонтом. Ну, заранее была договоренность у нас, соответственно. Я говорю, хорошо, пожалуйста, давайте, во сколько вам комфортно? В 10 часов. Я говорю, подъезжайте в 10 утра, пожалуйста. Ну, что значит посмотреть все? Вы думаете, у нас так много с ремонтом? Село Каштаны, Сочи, Краснодарский край? Я говорю, я покажу вам дом за 28 миллионов рублей, покажу вам дом за 29 миллионов рублей и покажу вам еще один дом за 35 миллионов рублей. И на этом, собственно говоря, все наши с вами поездки закончатся. Займет это у нас все с вами, ну, максимум, в зависимости от того, как вы будете просматривать все это, насколько быстро, в темпе или медленно. Займет это примерно там от часа до, соответственно, 2-3 часов. Ну, на этом мы с вами закончим до обеда. О, не, мы хотели все посмотреть, тогда давайте посмотрим, соответственно, и черновой вариант. Все посмотрели абсолютно, математику посчитали. И вот я бы хотел сегодня с вами еще раз просчитать математику на примере данного дома. Потому что заслуживает внимания на самом деле определенного. То есть все-таки 28 миллионов рублей, сразу говорю, дорогие друзья, без торга. Я это говорю всегда и на показах, и вам говорю по, так сказать, телеэкранам. Семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край. С вами Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Низкий вам поклон. Всегда и на показах люди приезжают, говорят, Дмитрий Александрович, правда без торга? Я говорю, смотрите, есть некоторые варианты, да, это как бы может быть не настолько прям прямые мои варианты, может быть, как где-то моих коллег варианты и так далее. Там люди любят, знаете, поднакинуть 2-3 миллиона, чтобы потом поторговаться. У меня такого нет. Когда это мой четкий эксклюзив, дома, которые я продаю, где у меня ключи всегда лежат, я вам показываю и так далее, где у меня подписан договор. Зачем мне играть с вами в эти игры? Ну, для чего абсолютно? Я говорю, 28 миллионов рублей. Люди приезжают на показ. Бывает, коллеги привозят, говорят, Дим, может быть, заложить стоит там еще на торг там пару миллионов. Я говорю, зачем? Ну, люди любят торговаться. Я говорю, ну, я не вижу в этом смысла. То есть есть дом 28 миллионов рублей без торга, есть дом 29 миллионов рублей без торга, есть дом там 35, ну сейчас уже 33 миллиона рублей стоит. Поэтому как бы проблем никаких нету, то есть меняется цена. Я не говорю, что она осталась 35, я говорю 33. Все, ну нет смысла вот в эти качели играть и так далее. Да, я понимаю, это русская душа там, или там другая душа европейская, или там иностранного производства душа требует, может быть, торга и так далее. Ну, не знаю, наша душа вот требует праздника. Зрелищ, но никак она не требует вот этой вот мелочевки. Надо постоянно стоять, немногие клиенты, мне надо, чтобы ты скинул 2-3 миллиона. Я говорю, ну надо, не получится. Просто приезжают реально, вот люди есть некоторые, кстати, сейчас извините, отвлекусь, приезжают и говорят, мы хотим прям торга, понимаешь, то есть нам надо по-любому там 3-5 миллионов торга. Я говорю, ребят, ну это за разряда фантастика. Ну понимаю, 5% попросить торга, ну там 500 тысяч рублей где-то попросить торга. Но если очень дорогой объект, ну миллион попросить торга, ну там приехать и сказать, дай нам 20 миллионов торга, при стоимости объекта 30, ну это какая-то просто, не знаю, не то что фантастика, как бы это лишнее. Давайте так, обратим внимание на этот дом все-таки. Смотрите, 5 соток земли, мы тоже сегодня его посмотрели, он заслужит своего определенного внимания. 5 соток земли, дом 185 квадратных метров, да, я как бы немножко округляю, говорю 200, ну, по выписке он 185 квадратных метров и 5 соток земли. Назначение земли ИЖС. Видовые характеристики шикарные, участок абсолютно шикарный, можно здесь разместить спокойненько и баню, и беседку, и посадить сад, что хотите. Вот недавно москвичи заехали, сделали себе там крутую мебель, поставили кухонную зону, построили там вот себе беседочку просто шикарнейшую, вот отсюда можно будет видеть, у них там бассейн есть. В общем, я все это покажу, да, этот дом тоже находился у нас на продаже, они два брата-близнеца абсолютно, только у нас участок за домом, а у них участок там перед домом, ближе к дороге. По коммуникациям, вода уже на участке заведена, у нас свет 15 кВт три фазы и газ у нас по границе. Вы знаете, что моя любимая супруга Екатерина Андреевна занималась этим вопросом, поэтому благодаря ей у вас, собственно говоря, в течение полугода уже будет газ. То есть можно получать тех условий и подключаться. Ну, нам уже объявили там 350 тысяч за подключение, как бы, да. Вот, мы уже аванс внесли. То есть, как бы, этот вопрос, как бы, проработки. Ну, смысл в том, что теперь не надо топиться электричеством, хотя по всему периметру у вас теплые полы, просто вы переключаете на газовый котел, и платежи становятся там, ну, не знаю, 3 раза дешевле. То есть, да, будете платить там, грубо говоря, там, ну, не как мы платили там зимой по 20 тысяч рублей, да, а будете платить, соответственно, там, ну, не знаю, по 7, по 5 тысяч рублей. Поэтому как будете расходовать? Ну, в любом случае, это трикратная, как бы, экономия. Значит, лучший сосед в мире в лице Дмитрия Александровича и Екатерины Андреевны по соседству. Вот наш дом. Кто не знает, приятно познакомиться. С нулевой точки участка у вас видовые характеристики на море. Маленький-маленький кусочек, да, не будем этого скрывать. Но в основном горы. У нас красивые очень виды на горы, Кавказский хребет и так далее. Вот, поэтому здесь очень хорошо, атмосферно. 200 метров автобусная остановка. Вот она, улица Мичурина внизу, пожалуйста, где ездят вот сейчас автотранспорт. Вы его видите, но не слышите.
200 метров, вы спускаетесь, у вас автобус на столку по расписанию ездит автобус. Я останавливаюсь прямо здесь, около вашего, фактически, ну, дома внизу, да? Еще раз говорю. Ровненький участок, подпорные стены по всему периметру, на ростверке на сваях, дом у нас тоже на ростверке, дом у нас тоже на сваях. У меня сохранились еще до сих пор контакты застройщика. В 2021 году были закончены все работы. Он на связи, очень порядочный, наш тоже, скажем, местный земляк. И вот, поэтому все есть фото, видео строительства и так далее. Поэтому как бы проблем нету. Документы высылаю по первому запросу, и это тоже как бы отправляю. Никаких вопросов нет. Все, математику распишем сейчас в конце. Давайте пробежимся еще раз, значит, по планировке как бы дома. И, соответственно, в конце еще раз быстро я обращу ваше внимание на математику. Потому что считаю, что цена-качество абсолютно достойная история. Да? Дом утеплен по периметру везде, как вы видите, уже, ну, там отмостка, она, естественно, из бетона. Сверху лежит керамогранит. Вот, вот такая вот штукатурочка по фасаду, местами керамогранит опять же сделан, да. Все, окна, двери, все стандартно. Я сейчас покажу вам подъездные пути, все-таки выйду. Еще немножко обращу ваше внимание на соседство. Здесь у нас парковочка, потому что, может быть, кто-то впервые видит это видео. Здесь у нас небольшое техническое помещение, вода у нас своя, мы уже неоднократно заказывали клининг, заказывали покос здесь. Вот здесь вот скважина уже все полностью, как бы она, да, работает, функционирует, мы уже воду отсюда убрали, мы сами эту воду пьем. Въездная группа, два парковочных места, автоматические ворота, автоматика уже все тоже установлена. Вот напротив здесь соседом решили, значит, вот дом, который стоит 29 миллионов рублей, да, тоже эксклюзив Дмитрия Александровича. Вот с этим соседом решили непосредственно, что вот сейчас временно здесь сделаем парковку. Поэтому как бы засыпали, поставили шлагбаум на два дома, чтобы здесь лишние как бы люди не, ну, облагородили, как бы, да, сейчас еще здесь два столбика сделаем. Вот, вот такое вот будет, ну, временно, чтобы как бы было, да, удобно и комфортно, да. Хотя у каждого человека есть как бы своя парковка, проблем нет. Вот, здесь подъездные пути у нас, бетонная дорога, еще раз говорю, вот 200 метров, внизу автобусная остановка и асфальтированная дорога. Все, и вот такое уже сформированное полностью соседство у вас. Абсолютно полностью сформированное соседство. Ну, дальше там уже, соответственно, тупик, место не проездное. Здесь у нас, соответственно, еще раз говорю, по периметру мощнейшие подпорные стены, мощнейшие просто подпорные стены, все они на ростике. Дренаж, все сделано, водоотведение полностью, все это функционирует. Сколько раз были показы и в дождь, и в снег, и что только не было. Дорогие друзья, ничего здесь не затапливают, все водичка дренажирует, везде она уходит. Ну, и здесь уже такой небольшой проход, все отступы от границ соблюдены, здесь чисто, ну, посадить какие-то, может быть, там туйки, не туйки, плодовые деревья, ну и там, соответственно, тоже, да. Этот дом, кстати, преимущественно лучше на самом деле, и даже ребята, которые купили соседний дом, они сказали: Дмитрий Александрович, если бы мы знали, что этот дом продается, мы бы взяли этот. Но в тот момент этот дом не продавался. История у него очень простая. Наш подписчик с вами, великолепный человек, на самом деле, максимально порядочный, теперь уже мой сосед, купил два дома. Один купил вот этот дом двухэтажный, и один купил одноэтажный. В одноэтажном доме в конце поселка Каштаны, села Каштаны, сделали мы, наша компания, ему ремонт. Вот, за что он тоже нам очень благодарен и признателен. Вот, и мы ему благодарны за максимальную порядочность в работе. Вот, и, а этот просто решил продавать. Я его просил, говорю: давай продавать. Ну, что он стоит? Ну, дому нужен хозяин. Ну, не может дом просто стоять, понимаете, бесхозно. Ему нужен хозяин, по-любому. Это 100%. Вот, и даже жалко, на самом деле, что он простаивает все это время. Все, заходим. У нас здесь уже дважды делался клининг, у меня есть все бахилы и так далее на показах. Ну, сейчас я разуюсь, без проблем. Вот, поэтому все, оставляю здесь свою обувь. Смотрите, прихожая достаточно большая, гардеробный шкаф максимально до потолка. Там разное заполнение, есть места и положить, и повесить одежду, и положить там, сказать, ну, много всего есть, да. У меня там, видите, вот и бахилы приготовлены, и водичка питьевая, все есть необходимое для жизни. Вот, поэтому прихожая отличная, много света. Здесь у нас, соответственно, стены выкрасы в белый цвет. Я бы вообще ничего не стал переделывать. Ну, если вы хотите, можете где-то их покрасить. Керамогранит широкоформатный на полу. Везде теплые полы. Домик очень хороший, очень уютный, очень комфортный. И реально вы такой дом не купите, землю не построите. Ну, не получится у вас. Вот кто понимает, тот знает, не получится. Выйдет гораздо дороже. 1000000% вам говорю, гораздо дороже выйдет. Хорошие натяжные потолки хорошего качества, световые линии. Здесь под остров сделали, видите, по полтинничкам уходит вода. Здесь, соответственно, приходит вода. Под коллекторную группу везде по всему периметру теплые полы. Везде теплые полы. Окно, антимоскитные сеточки. Выход как раз-таки, ну, на летнюю террасу, к баньке, а не баньке. В садик, не в садик, к бассейну, не к бассейну. Что мы тоже можем с удовольствием для вас сделать. Вот, еще одно окно, еще один дополнительный выход, соответственно.
в эту сторону великолепно. Ну и здесь тоже световые линии. Все уже есть здесь непосредственно. Даже вот под шторы вам здесь есть карнизы. Да? Окно панорамное в сторону парковки, в сторону гор, в сторону моря. Еще дополнительное окно. Подлесочное пространство для хранения хлама. Ну, то есть здесь, что значит, не маленькое, да, это после нас немножко еще осталось. Как вы купите, мы заберем, вывезем. Так, здесь ванна, что не хватает? Ну, не хватает, понятное дело, раковины, не хватает, соответственно, душевой, не хватает, соответственно, здесь унитаза. Ну, а так все, выведено под стиралку, под все, все выводы сделаны, все абсолютно готово к вашему заезду. Ну, и матовое такое вот окошко. Ванна большая, реально большая ванна, она комфортная, все. И спальня. Обычные двери, обычная фурнитура, ничего сверхъестественного, все по-простому. Здесь, соответственно, ламинат, здесь, пожалуйста, обои, два окошка в сторону парковки. Вот, что еще здесь? Ну, такая вот комната, собственно говоря. Света много, потолки высокие в чистоте, дорогие друзья. То есть, как бы, ну, вам здесь будет комфортно, 100%. Придете здесь, посмотрите все, оцените, вам здесь будет действительно максимально очень комфортно. Я вам точно говорю, это гостиная, ну круто, круто, вам понравится, 100%. Особенно вот кухонная зона шикарная, мне лично как бы, да. Поднимаемся на второй этаж, сейчас как раз таки увидите соседство здесь свое. Здесь лестница, да, здесь, чтобы было понимание, по лестнице керамогранит, нержавейка, ну такая достаточно, ну, свеженькая лестница. Так, отсюда еще не видно, с этой стороны, сейчас чуть-чуть повыше поднимемся. Вот, смотрите, оттенки, светло такой, не знаю, он желтый, не желтый, такой... Светлый достаточно цвет, это не белый, такой светло-желтый. Ну, смотрите, если вас не устроит, это все перекрасится за один день. Проблем никаких нет, то есть это не глобально, чтобы вы понимали. Там нет никакого глобализма, здесь проблем тоже никаких нет. Так, я хотел здесь свет включить, почему-то у меня здесь не горит свет. Так, в этой части я почему внизу не включил, да? Так, смотрите, здесь, в этой части, также есть выход у нас на балкон. Сейчас я вам покажу с этой стороны. Здесь, ну, тоже, понимаете, гостиная. Вот приехали люди, говорят, напольные конвекторы, люди говорят, нам бы еще одну комнату. Я говорю, ну, какие проблемы? Слушайте, ну, какие проблемы? Я говорю, давайте, хорошо, ставим перегородочку, дверь, и вот вам полноценная еще одна комната с выходом на балкон. Здесь также еще одна комната, посмотрите, пожалуйста, тоже одно большое окно, еще соседнее окошечко. Здесь еще соседняя спальненька такая вот у нас здесь. Нарисовалась, пожалуйста, да? Друзья, любой дом, ну, требует, чтобы за ним смотрели. Ну, по-любому, да, это, ну, необходимо. Дом должен дышать, окошки должны открываться, закрываться, температура должна поддерживаться. Это однозначно так, всегда так и только так. Поэтому и здесь тоже дом ищет своих хозяев. 100% дом ищет своих хозяев. Так, здесь что? Да, давайте еще санузел один. Тоже все выводы сделаны, ну не хватает, соответственно, что вы купили здесь там душевую, либо ванну, ну что вы, как здесь решите, собственно говоря, сделать себе что. И ваша получается мастер-спальня такая, посмотрите, пожалуйста. Здесь такая тоже полноценная спальня. А что мы здесь в этой части? Кровать, конечно же. Здесь, собственно говоря, виды, вы просыпаетесь, у вас виды горы, горы, горы. И в этой части у нас с вами, если в том доме у нас, например, здесь гардеробная, то в этой части у нас как раз таки с вами... Еще одна вот такая душевая. Ну, можно на самом деле ее переоборудовать, использовать как гардеробную. Тут уже как вам комфортно, пожалуйста. Вот у соседей, видите, там полноценно. Ну, сейчас я вам покажу. Уже там они навели ландшафтный дизайн и так далее, и тому подобное. И выход на балкон, соответственно. Выход на балкон. И здесь у вас, пожалуйста, ну, вы уже здесь все, любуетесь соседством своим и так далее, и тому подобное. Вот такие виды. Тишина у нас, спокойствие, комфорт и так далее. Еще раз говорю, то есть дому нужен хозяин. Поддерживать температурный климат. Ну, дом должен функционировать. Это как машина, понимаете? Она не должна простаивать. Так же самая история и с домом. Тоже дом не должен простаивать. Просто здесь нужен хозяин, этот дом. Нужен хозяин. Здесь каленое стекло, вы видите, двойное. Хорошее, абсолютно качественное остекление. Вот можно приехать, пощупать руками. Не болтается, не шатается. Здесь керамогранит. Здесь тоже по фасаду, ну, вы видите, прекрасно. Там керамогранит, штукатурочка. Хороший, ребята, дом. Надо просто, чтобы кто-то заехал и начал, собственно говоря, здесь жить, чтобы дом задышал, понимаете? И вот с высоты, пожалуйста, второго этажа вам, значит,
ну, вам ваш огород и ваш участок. Вот, вот такое соседство. Здесь люди живут на постоянке на ПМЖ, здесь человек тоже живет на постоянке на ПМЖ, здесь ребята тоже вы из Москвы заселились, здесь соседи тоже живут на постоянке. Посмотрите, какая красота. На самом деле, ну, хорошие соседи, все хорошие, аккуратные, адекватные люди. Абсолютно. Здесь Никита там тоже на постоянке, Дмитрий Александрович на постоянке, Серега тоже. Ребят, друзья, не пожалеете. Не пожалеете, просто, ну, надо заселяться. Вот у соседей я специально сюда подошел, чтобы показать вам, да, какую они беседочку сделали, кайфово, посмотрите, пожалуйста. Ну, такой у них уже стиль, да, модненько так все, видите, доска так покрашена, там розеточки выведены, видите, беседочка такая стильная, модная, обалденная на самом деле. Бассейн, посадили уже и пальмочки, видите, ландшафтик такой, ну, красиво на самом деле, красиво, да. Все красиво. Ну и внутри у них тоже там все хорошо. Вот, вот такая вот история, друзья. Ну что, можем на балконе подытожить, а можем, соответственно, ну давайте на балконе. Давайте на балконе с видом. А можем спуститься вниз, как хотите. Ну как хотите, как вам комфортно. Где будем разговаривать с вами? Где будем решать вопросы? Могу туда вернуться и с видом на дом продолжить. Ну давайте, да, уже, собственно говоря, темнеет. Давайте туда пойду. И там, соответственно, мы с вами поговорим. Поговорим. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы сейчас просто опять вкратце, я не буду вас грузить. Мы просто вкратце сейчас математику пробежимся по математике. Прям вкратце, максимально еще раз говорю, вкратце. Пробежимся по математике с вами. Вот, кто-то у меня отключил второй этаж. Кто у меня отключил второй этаж? Это был не я. Да, мы сейчас с вами пробежимся по математике и, соответственно, ну, напишите мне в комментариях, потому что люди, которые разбираются, они говорят, Дмитрий Александрович, ты прав. А кто как бы просто поболтовать, тот пишет там разное. Ну, давайте, я вам сейчас еще раз говорю, по меркам Сочи я вам сейчас скажу, по своему опыту, по своим знаниям, навыкам. А вы дальше, соответственно, можете критиковать, можете еще что-то. Но я буду говорить искренне правду, как я считаю и как я знаю. Вот смотрите, земля, участок, еще раз говорю, достаточно ровный, спокойный, абсолютно участок, да. То есть здесь все поместится, и банька, и бассейн, и еще раз говорю, и там мангальные зоны, все, что нужно, как бы здесь как бы можно уместить спокойненько, хороший участок, то есть он не вот такой, да, абсолютно спокойный участочек, да. Вот на этом участочке, такой вот участочек, у нас несколько участков продавалось, там по 2 миллиона за сотку, было 2 участка, но сейчас они проданы, их уже нет, то есть... При въезде в Каштаны с левой стороны называется равнота. Вот на равноте нет участков сейчас на продаже. Внизу есть там и так далее, и тому подобное. Здесь нет. Вот этот участок стоит 2 миллиона за сотку. Вот смотрите, это средняя цена. Ну, на продаже таких участков сейчас хороших с такими видами на равноте нету. Просто нету. Вот смотрите, 2 миллиона за сотку. 5 соток, 10 миллионов рублей. Согласны? Я думаю, что многие, кто ну, разбирается в ценах города Сочи, ну, согласятся, что действительно я говорю правду. 10 миллионов рублей. Смотрите, ну это просто земля. Вот вы ее купили, допустим. Она вам вошла в 10 миллионов рублей. Дальше. Строитель такого дома, как вы сейчас видите, смотрите, на сваях, утеплением, с фасадом, с простыми вот такими пластиковыми окнами, но тем не менее. Да, сейчас просто подороже стало все это каленое стекло, сейчас вот такое каленое стекло поставь, миллион отдашь, по-любому отдашь миллион. Ну, допустим, давайте даже в таком состоянии посчитаем. Сейчас строительство такого дома, минималочка, любую компанию обращайтесь, от 100 тысяч за квадрат. Вот 100 тысяч за квадрат, смотрите, здесь 184 квадрата, пускай будет 180 квадратных метров. Вот строительство такого дома, вот под ключ, с фасадом, но без ремонта, вы понимаете, да, обойдется вам 18 миллионов. Вот давайте 18, прибавим, соответственно, 10. Уже получается 28. Мы за эти деньги вам этот дом продаем. 28. Что сюда нужно добавить? Нужно добавить ремонт. Вот смотрите, так как Дмитрий Александрович занимается ремонтами уже более 3,5 лет, а его партнер Саша занимается этим больше 10 лет, самый дешевый ремонт на сегодняшний день, вот ремонт причастовой и чистовой с материалом, вот самый такой простой эконом-ремонт составляет 40-45 тысяч за квадрат. Давайте посчитаем 40 по полу. Вот давайте так. Ну, примерно округлим, пускай не 8 миллионов рублей, там, пускай 6, да пускай даже 5. Да? Хотя вы за 5 не сделаете, но пускай даже 5. Любой человек, который покупает дом черновой, знает, чтобы дом задышал, чтобы работала котельная, работал дом, все системы функционировали, нужно 10 миллионов рублей. Любой человек, который покупает черновой дом, знает, что если он купил дом 200 квадратов, и у него нету 10 миллионов рублей для того, чтобы дом заработал, то есть если у него нету 50 тысяч за квадратный метр, чтобы сделать ремонт, дом не заработает, да, а нужно еще мебель, тогда это... Ну, давайте 5 добавим, 28 плюс 5 получается у нас 32, то есть я сокращаю,
Друзья, я сокращаю. Пускай будет 5 миллионов. Сделаем фантастически, что вы можете за 5 миллионов сделать ремонт. Но вы не сможете. Ну, допустим, вы сможете. Все, 35. Ой, 30, 28, 5, 30, 33. 33 миллиона рублей. Давайте добавим, пожалуйста, к этому вот эти подпорные стены, которые у нас, они мощные, они огромные, понимаете? Вы их не видите на самом деле. Но, друзья, они, так вы их увидите, они здоровые, они мощные подпорные стены, они огромные просто на самом деле. То есть они очень и очень здесь по всему периметру масштабные. Давайте так, не огромные, а масштабные по всему периметру. А, ну вот они выше вот этих в два раза, чтобы вы понимали, да, на розырке, на сваях. Сколько здесь вылито бетона? Ну, давайте навскидку не будем как бы глобально. Пускай это будет там 3 миллиона, но мы посчитаем с вами как за 2, например, да? Вот, там работа, материал и так далее. Хотя я думаю, что здесь больше. Хорошо. Пускай будет так. 33 плюс 2 миллиона, добавим 35 миллионов рублей. Добавьте подключение света. Кто-то делает за 50 тысяч рублей это дело, кто-то подключается за 500, непонятно. Ну, давайте 0, пускай это стоит для вас, 0, 35 миллионов рублей. Скважина, ну скважину никак мы не можем 0, потому что любая скважина здесь, чтобы хорошо функционировала, она должна быть 80-100 метров. Сейчас цена 3,5-4 тысячи за метр скважины под ключ, да, в обсадной трубе и так далее и тому подобное, плюс насос еще там. Если хороший, то где-то под соточку еще обойдется, ну где-то, грубо говоря, 500. Ну давайте посчитаем все вместе. Газ, который уже там, да, как бы на границе. Давайте посчитаем все это вместе, просто еще, ну, не знаю, там, тысяч за 300, за 500, сколько вам добавить? Можно не считать, можно ставить 35. Просто факт того, что это уже есть, а как бы вы этого не считаете. А еще немаловажно, это уведомление на строительство, разрешение. Потому что многие люди годами получают в городе Сочи уведомление, чтобы построить дом, и не могут. Ходят, жалуются по инстанциям, пишут в прокуратуру, заявление в полицию, в администрацию, а им отказ. Сколько таких судебных заседаний происходит в городе Сочи каждый день? Просто немереное количество. А у вас уже дом стоит с документами, земля, ИЖС. У вас выписка на землю, назначение ИЖС, и дом, понимаете, который завершено строительство в 2021 году. Хотите наличные, хотите ипотека, как хотите, пожалуйста. Еще раз говорю, дом нашего подписчика, понимаете? Просто человек принял решение, что будет жить в одноэтажном. Но ему не надо, он один живет с собакой, понимаете? Ему не нужно. Не нужно такой большой дом. Вот и все. А если ваша семья большая, это лучшая цена. То есть я не говорю, что это лучший дом. Есть 28 миллионов рублей, есть 29. Выбирайте. Есть 33. Приезжайте, смотрите, ну там земли совсем мало, понимаете, 3,5 сотки. А здесь 5 соток земли, и там 5 соток земли. Там классический дом, а здесь хай-тек. Поэтому приедьте, выберите себе. И будете полноценным моим соседом. Я считаю, что это крутые варианты. Люди, которые ездят по городу Сочи и покупают там дома за какие-то баснословные деньги, мне такое ощущение, что они никогда не были здесь. А кто приезжает, ловит здесь эту крайне, ну, крутую атмосферу на самом деле. Не деревенскую, не сельскую, а просто атмосферу тишины, спокойствия и кайфа. Понимаете? Вот именно такую атмосферу здесь ловят люди. И приезжают и говорят, даже риэлтор, который приезжает, говорит, Дима, ну какой же кайф. А недавно приехал Саня, там, знакомый мой, он тоже риэлтор, он говорит, Дима, вообще просто как на Красной Поляне, настолько недооцененное место, когда-то, говорит, здесь будет земля по 5 миллионов за сотку. Я думаю, что да. И я думаю, что да. Я не говорю, что завтра, может быть, через 5, может быть, через 10 лет, ну да. Так и будет. Особенно, когда мы соединимся с Красной Волей, и там будет сделана хорошая дорога, и до гольф-полей там нам будет рукой подать. И, в принципе, до самой Красной Поляны нам будет отсюда, при строительстве новой дороги, которую должны закончить в 2026 году, тоже мы будем ездить за 30 минут. Не за час 20, как сейчас, до Красной Поляны, а за 30 минут. От этого места, ровным счетом, до моря, дорогие друзья, до улицы Платана, до улицы Октября, 50 лет СССР, 6 километров. То есть до хоста вы заезжаете за 6 километров. Это 10 минут на расслабоне вы едете. В аэропорт 25 минут, в Адлер. Если вам надо в морпорт, грубо говоря, центр города Сочи, 25 минут. То есть крутая, очень крутая локация. Хоста – самое зеленое место на планете Земля, потому что здесь недаром расположены такие санатории, как Прогресс, санаторий МВД, санаторий прокуратуры здесь в городе Хосте, Вот. И здесь непосредственно находится еще санаторий Газпрома, Голубая Горка. Здесь находится Кисло-Самшитовая роща, Большой и Малый Круг. Здесь находится каньон Новолищенского ущелья, где ваш покорный слуга Екатерина Андреевна ходит в баню. Здесь находится каньон у Чертовых ворот. Здесь находятся Белые скалы, дорогие друзья. Все это находится непосредственно здесь, потому что очень зеленое атмосферное место. Что касается, если у вас детки и так далее. Значит, у нас внизу 3 детских садика. Это бесплатные государственные детские садики. У нас 3-я школа, 5-й лицей, соответственно. Есть платная школа, мы сейчас Марка перевели. В платную школу у нас занимается. Вот, решили попробовать.
Хорошие подъездные пути в виде двухполосной асфальтированной дороги прямо до суда. Слушайте, налево, если поехать от этого дома сейчас дальше вглубь поселка, там у нас Магнит. При въезде у нас Пятерочка. То есть закупиться, где продуктов есть. Также 3 сельских магазина, 2 конюшни, пруд можно рыбку ловить у нас бесплатно. Вот. Райское озеро при въезде в Дубравном, здесь рядышком совсем. Кайфовое, крутое место. Можно проехать в сторону Красной Воли, там у нас Калиновое озеро, просто обалденное тоже. Ну, короче, атмосферное место, везде в окружении мы леса и так далее. Можно до Кудепса пешком дойти. Куда не пойдешь, вот в любую сторону, лес, лес, лес. Потрясающий храм здесь, обалденный храм. Поэтому, дорогие друзья, однозначно приезжайте, вы не пожалеете. 100%. Лучшее место за 3,5 года. Зимой будет 4 года, как мы здесь живем, в этом доме, будем праздновать. Вот. Лучшее место в городе Сочи для постоянного места жительства, либо даже для временного, если вы сезон будете приезжать, не найти. Я вам клянусь, вот просто не найти. Я не то, что нахвалю свое болото, это действительно правда так. И кто у меня покупали, реально наши подписчики, понятное дело, что там с разных площадок, кто-то с Яндекс.Зена, кто-то оттуда, кто-то тут. Нет ни одного человека, который бы съехал, продал и был бы недоволен. Ни одного. Приезжайте, покажу все, что есть на продаже с ремонтом и без ремонта. Посмотрим, и как бы вы примете решение, подходит для вас это или не подходит. Рассказываю с душой, отдаю вам эту энергию реально. Узнаю, что и этот дом, и соседний дом, и все, что я продаю здесь, всему свое время. Как говорится, не коробок спичек продаем. Рано или поздно все равно будет продано. Вот, хочу хороших соседей, адекватных, меняемых людей. Дому нужен хозяин. Понимаете, машина должна заводиться, машина должна ездить. Дому нужен хозяин, чтобы он работал, понимаете. Механизм должен работать, кровь не должна застаиваться. Мы должны заниматься спортом своим, понимаете. А вот если мы будем пить, курить, осуждаем, не поддерживаем, тогда у нас будет организм что делать? Ну, стареть, портиться и так далее. Люди, которые занимаются спортом, живут дольше. В любом случае, активность. Меньше жрать, меньше спать и больше двигаться, дорогие друзья. Хорошо, спать можно по 8 часов, но хотя бы по 6. Или как Дмитрий Александрович, там 4-5 часов хватает, дорогие друзья. Еще раз говорю, меньше жрать, меньше спать и больше двигаться, особенно в возрасте. Также и дом. Дому нужен хозяин. Все, я вас жду. Подписывайтесь на социальные сети. Если вам интересно смотреть минутные видеоролики, Инстаграм, ВК, Телеграм-канал, Рутуб, Ютуб, Яндекс.Зен. В описании под каждым видеороликом есть ссылочки. Или просто напишите мне на WhatsApp по номеру телефона, который всегда видите в левом нижнем углу экрана, и я вам пришлю ссылочки на ту социальную сеть, которая вам комфортна. Там минутный формат, может быть, вам там удобнее будет наблюдать. Я стал мало снимать, я знаю, прошу вас за это прощение. Ну, так пока будет, потому что работаем живыми людьми, клиентами. Не забывайте, пожалуйста, что наша компания занимается каждый день ремонтами квартир и домов. Мы это делаем каждый день. Вы можете приехать в любую секунду и за минуту мне позвонить и сказать: Дмитрий Александрович, хотим посмотреть ваш объект. Все, прорабы заезжают, забирают вас, где вы будете находиться, провозят вас по всем объектам и говорите: Дмитрий Александрович, нам нравится, нас устраивает. Все, мы слушаем ваше техническое задание, составляем смету, подписываем договор и в течение 3 месяца делаем вам ремонт под ключ лучшего качества и за лучшие деньги в городе Сочи. Также, что касается строительства домов. Сегодня у нас опять была заливка с утра. Я вам сниму обязательно ролик. У нас уже почти что закончен дом в Каштанах, который мы строили. Дорогие друзья, заливаем бетон, льем бетон за лучшие деньги для вас каждый день. Вот просто, знаете, вам тоже стоит приехать и посмотреть дома, которые уже построены. Посмотреть, как идет сейчас процесс строительства и сказать: да, Дмитрий Александрович, вам можно доверять. Или: нет, Дмитрий Александрович, вам нельзя доверять. Может быть, вам что-то не понравится. Но я знаю, что вы останетесь довольны, потому что за 3,5 года у нас нету ни одного недовольного клиента. Моменты, переговоры, какие-то нюансы были, но это все рабочие процессы. Мы все решали путем переговоров, все устраняли, и всегда наши клиенты оставляются довольны. Я отвечаю за все сделки своей собственной головой. Юридическое и техническое сопровождение всегда с меня. Все знают, кто с нами работает, с нашей командой, что Дмитрий Александрович никогда на полпути не бросит. Надо перегнать деньги из Германии — Дмитрий Александрович перегонит деньги. Надо слетать за полчаса в Москву, забрать эти деньги и привезти вам сюда без проблем, под мою ответственность, я всегда это сделаю. Брокеры, юристы, водители, охрана, что вам нужно, я все абсолютно организую. Опыт у меня в жизни хватает, поэтому я вас всех жду, все вопросы мы реализуем. Аренда. Если вы не хотите заниматься арендой, купили дом или квартиру, апартаменты, отдавайте нам. 70/30, мы работаем с огромным удовольствием, возьмем у вас в аренду доверительное управление. Только по договору работаем. Ремонт, строительство, доверительное управление, аренда, продажа вашей недвижимости. Если вы что-то продаете в городе Сочи, земля, квартиры, ЖП, апартаменты, дом с ремонтом, без, вторичка, набрали, подъехал, оценили, подписали договор, берем, продаем, соответственно. Если вы что-то хотите купить, любое, включая недвижимость от застройщика, и хотите получить хорошие скидки, набирайте. 1,5 миллиона всегда цену от застройщика я вам дам.
Потому что везде, в каждом комплексе у нас есть предложение. Везде у нас есть предложение. В каждом, ребята, комплексе. Не увидите вы это никогда на канале. Не будет этого. Невозможно этого. Есть шахматки. Говорите комплекс, который вас интересует. Любой. Называйте любой комплекс. Мерката, Альпийский квартал, фрукты. Любой комплекс называйте, пожалуйста, Сочи парк, кислород. Я вам присылаю шахматку, вы видите там 50-60 квартир от инвесторов, понимаете, что цены там дешевле на 1,5-2 миллиона, чем у застройщика, и все. И мы спокойненько едем уже на просмотр этих квартир, вы с моими помощниками или со мной лично смотрите, и я провожу сделку. Все, никаких нет вопросов. Я вас всех обнял, счастья, здоровья, любви. Всегда 24/7 я для вас на связи. Случайно не поднял трубку, друзья, на WhatsApp сразу голосовой или текстовой я перезвонил. Со всеми общаюсь лично. Я даже на все комментарии во всех социальных сетях отвечаю лично. Никто из помощников этого не делает. Все, я вас обнял. Счастья, здоровья, любви. Дмитрий Александрович на связи. Низкий вам поклон. Обязательно обратите внимание на этот дом. Реально, цена-качество 28 миллионов рублей. Это хорошая цена. Альтернатива квартире. Возьмите 28 миллионов рублей, поделите на 500 тысяч за квадрат и поймите, сколько квадратных метров, там 55, вы купите квартиру в новом комплексе сейчас. Везде, где сейчас только начинается стройка и будет закончена в 2027 году, понимаете, да? Там уже 500 тысяч за квадрат, 600-700 тысяч за квадрат. Поэтому здесь своя земля, своя парковка, своя тишина, спокойствие, частный сектор и лучший сосед в мире в лице Дмитрия Александровича. Все, я вас обнял. Друзья, я надеюсь, вы понимаете, что здесь есть тоже доля юмора, не надо бежать, пишут, вон, себя расхвалил и так далее и тому подобное. Слушайте, релакс. Меня там начинают учить, как продавать, что говорить, что не говорить и так далее. Еще не хватало, чтобы меня в 43 года начали учить. Я сам кого хочешь, чему хочешь, научу. Причем бесплатно. Все, обнял. Спасибо. Пока-пока. Я на связи. Семья. Да, 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 да. Красиво у нас все-таки. Знаете, такая тишина, спокойствие, красота, уют. Приезжайте, приезжайте, просто чайку попьем, арбузик покушаем, в бассейне поплаваем и все. Покупать не обязательно, просто приезжайте, пообщаемся. Пока-пока.